Ребята, понеслась. Первые секунды третьего периода. Алмаз в атаке. Ничего себе. Ух ты, какая атака классная была, блин. Друзья мои, команда Дегеневская, Алмаз чуть-чуть не забили шайбу в ворота. Это просто было очень интересно. Классная атака. Не, хорошо, начали третий период. Местные ребята, хозяева дворца, можно сказать, принимающие. Отличный, блин, ах ты! Чуть-чуть не повезло пацанам. Ничего себе. Молодцы единицы. Ну, вот видите, вратаря под номером один из Сергиева Посада. Наш опять в атаке. Ничего себе так. Ну, ребят, надо поточнее играть. Сил-то не так много. Вы что делаете? Контратака. Ну, там вратарь на месте, слава богу. Так. Опять синие с оранжевыми полосами идут вперед. Блин, пацаны, классный удар был. Ничего себе, ребята, вот это да. Вот это номер, блин. Мне нравится. Снова Алмаз вперед идет. Накат на площадку вратарскую. Так, отбита атака. Сергей в Посад пошел вдоль линий. Да, все решают вратари в этом матче, ребята. Вот это да, вот это номер, да? Сейчас посмотрим, что можно еще тут разглядеть. А вот здесь очень интересная тоже позиция будет. Очень интересно, да, ребят, наблюдать за сменой игроков. Это все жизнь хоккея. Вот тренер стоит. Смотрите, да? Ну. Они достали просто все. Алмаз уже не может провести контратаку, ребята, потому что силы на исходе уже. Еще раз повторюсь, что команды возрастные. 30 лет и больше, как я понимаю. Thank you.
игра переместилась во вратарскую зону практически. Команда «Алмаз». Ой-ой-ой, атакуют. Спасает вратарь, ребят, спасает.